have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, планета Ланы. Не знаю, почему продолжаю это говорить, это как-то прикольно. Без понятия, сколько у нас осталось, заканчиваем мы, не заканчиваем. Это будет видно. Видно будет только к концу серии. То есть, возможно, это последнее, возможно, у нас будет еще. Возможно, будет еще не одна, без понятия. У меня просто есть некие ощущения, но не факт, что они будут совпадать с реальностью. Можно же на стрелочке типа управлять. Так удобнее, чем стиком. Найдем ли мы свою сестру? Близнеца. Ладно. Свали, свали, свали. Я что, туда не допрыгиваю, что ли? Погоди. Мне его туда надо? Вы издеваетесь? Да ну нацеливайся ты быстрее. А если я буду висеть, он меня заметит или нет? Да ты дурак, что ли? Иди сюда. Как же это бесит, оно... Мне ж мелкого туда, наверх надо, так? Или я что-то не понимаю, сейчас подождите. Да ну а как, блин, она нацеливается 35 лет. Успокойся. Ай, глюпая, глюпая игра. Я не могу никак крутить эту штуку, чтобы... Быстрее лезь! Спасибо. А, ты меня видишь сверху, что ли? Ты дурак совсем? Я думал, ты видишь только на одном уровне. Какое тупое место, блин. Его можно пройти вообще за 2 секунды. Ну, блин. Это уже сколько? 4-я попытка. Что за бред? Все, до свидания. Ну это же...
Блин, ну это бред какой-то. Ну это место вообще элементарнейшее. Спасибо кривому управлению, блин, и непонятному ракурсу. О, смотрите, там эта фигня опять. Нас вот эту скалу показывают уже третий или какой-то там четвертый раз за серию. Одну и ту же. Так, у нас тут... Давай смотреть. Ну вот тут лифт нужен, да, это явно. Има. Има муй. Има муй. А сюда и никак, да? А, вон эта фигня. Иди сюда. Помоги. А мне отойти надо. А, мне, я понял. Оно света боится. Давай, поехали вниз. Hello. Фига себе, это же еще заметить надо. Ага. То есть мы туши этого чувака нажали. А, стой, мне теперь вот это. Вот это. Все, иди сюда. Теперь она работает. Мы просто перекрывали солнечную батарею. Подобное место. А чё он такое огромное? Ладно, так, ты, да, вот сюда, помоги. Пожалуйста, помоги. Да? Кьяло. Оно сюда не достает, да? Я могу спокойно киялю делать. Так, погоди. Да, нас это везет до низа. Хорошо. Нам, по сути, надо было просто попасть сюда и не убиться. Хм.
еще одна загадка с кнопочками и лифтами. Давайте. Помоги, Муи. Помоги, Муи. Давай, помоги. Хелло. 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 Ага. Ну, допустим, пусть он на кнопке остается. Интересно, а на самом спутнике... А, я понял, для чего это, окей. Помоги, мой. Давай. Робота мы вырубили. И все это было здесь для этого? Еще вон туда можно попасть, смотрите. Сейчас попробуем. Ну, то есть, зачем тут это место иначе? О, еще один секрет. Мы нашли 4. Окей. Десятый из 10. Последняя. Значит, 9 из 10 и 10 из 10. Две последних мы нашли, ясно. Все остальное мы провтыкали. Но опять же, это... Ай, блин, не придется опять эту фигню подогнать. Это может тоже быть знаком того, что... игра заканчивается. Давай, помоги. Помоги. Помоги, помоги. Валить отсюда. Но я не знаю, говорю, насколько здесь храмы идут по очереди, но то, что нам попался 9 из 10, 9 из 10 из 10, по-моему, очень хорошенько так намекают нам на то, что, мол, все, чувак, хватит. Пустые переходы между локациями. Надо перегрызть эту фигню. Помоги! Помоги! Грызи. Ну зацепись же ж ты за ней. Хо-хо-хо-хо. Катастрофически, просто катастрофически не хватает динамики. Она просто здесь не то чтобы отрицательная, она отрицательная в третьей степени, наверное. Right. Давай, за мной. Поехали, чебурек.
погоди, так... В смысле, тут... Там я могу на это наступать, а здесь не могу? Это, а как? Блин, ты что, дурак, что ли? Ну, а его там оставить надо, блин. Черт с тобой, ладно, мелочь. Нет, стой тут. Почему сверху я смог через это пройти, а здесь нет? Что происходит? Игра, прекрати, ахаха. То есть я все-таки перескакиваю через эту фигню? Ладно. Я не буду рисковать. Откуда? Давай не сначала. Хорошо, спасибо, блин. Так, ну а что ты меня спавнишь на том месте, где меня сейчас... Иди нафиг, игра, просто, знаешь, сходи. Я все отключил. Не надо, чтобы он теперь нажал на вон ту кнопку. Там же тоже отключилось электричество. Чего ты сопротивляешься? Иди нормально, блин. Теперь в спину дует. Фиг ли ты сопротивляешься? Ну что это такое? Почему она так себя ведет? Тебе в спину дует. Иди. Ай, глюпый девочка. Я смогу провести... Интересно, что это за место наверху? Успокойся. Как туда? Может, я тут через верх перелечу? Сейчас посмотрим. Да, я сюда через верх попаду. Хорошо. Зачем это? А, чтобы я мог сюда пролететь потом вот так вот. И потом вылететь вот так вот? Серьезно? Ну, допустим. Помоги, мой, давай. Да я ж... Я успел. Помоги. Давай, мой, помоги. Ах.
Так, теперь надо, чтобы он нажал на кнопку. Теперь надо, чтобы он перекусил эту фигню. Теперь надо, чтобы он оставался здесь. А я уже пробегу и залезу. Они уже, кстати, перестали вращаться, после того, как мы там выключили все. Ай, честно говоря, такое себе, ребят. Поехали, пробежимся. Это, я даже не могу сказать, что это было как-то на ловкость все это, потому что, к сожалению, игра крайне неуклюжая, и, ну, нельзя сказать, что... Все это здесь сделано так, чтобы ты все это ловко сделал. Нет, все нужно сделать как минимум не настолько криво, как это задумала игра, и тогда ты пройдешь. И тогда все хорошо. Именно вот в них Ильо, да. Успей ты. Зачем ты выкапываешься без моего разрешения-то, блин? Как этот. Ясно, мы так не успеваем. Погоди. Что мне это дает? Так, ладно, это мне дает какое-то лишнее время, да? Да. А он меня в кустах не видит. Хорошо, 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 хорошо. А ну а чем мне делать-то с ним? Он его догонит и убьет. А он его там убивает таки, да. Хорошо, значит, его нельзя трогать. Ну или надо как-то перетащить с собой сейчас, посмотрим. Да как ты его не заметил? Вот.
Все, до свидания, сиди там. Это что-то не так. Как мне его достать спокойно? Погодите, погодите, у меня есть идея. У меня есть идея. Ну, так не получится. Так не получится. Он мне нужен для того, чтобы я перебежал сюда. Так, ладно. Все, я понял, как это сделать. Это легко. Просто я не вовремя нажал кнопку. Окей, давайте еще разочек. Помоги, давай. Теперь. Наверх прикажи ему. Сейчас он залезет. Там пытается в ту щель пролезть.
Ты... А, ты не можешь тут залезть. Ну, значит, нас пока что разъедут. Муй и Маки. Ладно, у нас там вроде прошло сохранение. Давайте, ребятушки, тогда на этом серию закончим. Она не последняя. Но все-таки нагнетается. Так что посмотрим, что будет дальше. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем ладушек. Всем покеда.